Rise, my children. Rise and feed upon the living. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Рыжик, и мы продолжаем играть в Neverwinter Online. Я тут пока заходила, прочитала, что 14 августа будет новый модуль введен, 4-й Тирании Драконов называется, и вместе с ним введут новый класс. Нету, нажала. А чернокнижник-мучитель, по-моему, называется его. Интересно. Посмотрим, что ж там за такой класс. Так. Оба. Нафиг нам надо, правильно? Нафиг оно нам там надо, блин. Это сюда засуну, это вот сюда. Ну, пока что. Так. Соберите артефакты гильдии часовщиков у нас. С вами Бересюк. Нет, спасибо. Извини, чел, ну я как бы сама по себе. Помощник гадателя мой. Кстати, надо посмотреть, что там еще есть. Ой, господи, истребитель. Не, ой, знаток руин, знаток стрел, так, помощник гадателя. А, это задача, да, профессия, да. Не, оставим так. А, это не здесь. Так, секундочку. Так, прошу прощения. Ну, собственно, для вас это была одна секунда, поэтому я думаю, что вы даже не заметили. Так, вот это-то я стырю. Мне это интересно. Ну, так нечестно. Какая-то грёбаная шкура. 3 штуки потратила. Хотя, в принципе, там все время одна фигня попадается. Лесом-полем. Так, артефакты, гильдии... А, все, я вспомнила, кстати, говорил. Это вот сюда нам. Так, а этот ничего не дал. Ну, здесь хотя бы что-то. Помогу тебе. Это кому? Кому там помогут-то? Так, а у нас что вообще с чатом? Что-то смотрю, никто ничего не пишет в чат-то. Это очень странно. Ну ладно. А, я сейчас... не сюда. Настройки чата. Ну, вот так вот сделаем. И мы будем знать, что в 20:47 кто-то что-то написал. Ну, я не знаю, мне кажется, что когда знаешь время, так удобнее. Так, здесь только деньги с них повылазили.
О, идите сюда, идите сюда. Кто там не появился, а то сейчас как долбанут сзади. Какая-то хрень выпала белая. Нафиг она нам нужна? Ваш поезд заберите в себе. О, а в этих, да, тележечках тоже, кстати, сколько там? А, одна штучка может быть, да. Ну, полазим здесь. 16 штук уже, да? Не успела, шара. Склепа молнии. Секунду. Так. Склепа молнии. А, у нас гробница... А, мы уже, по-моему, прошли склепа молнии. Вроде бы. Так, ну и что ты там? Бьешь мою даму. Ой, заодно сундучок открою. А, склепы молнии. А, ну да, действительно, там можно и в соло пройти. Мы уже пошли, нормально все. Оу. Ничего не знаю, 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 ничего не знаю. А, гробница ремесленника. Где у нас находится гробница ремесленника? А, так она вот. Она вот. Сволочи! Не дают они проехать. Да сдохни уже. Вот это же гробница ремесленника. Вроде как, да. А, да-да-да, все правильно. Я даже не помню, кстати, что за задание. Что там надо сделать в этой гробнице. Собрать книжку, что ли, по-моему? Что-то типа того. Тут где-то должны, по-моему, листочки, да, валяться? Надо собрать их. Вроде бы. Если я ничего не путаю. Так, плюшка. Настоящий сундук-то. Блин, всякую фигню кладут в эти сундуки. Нет бы что-нибудь положить. То, что для моего персонажа, они туда кладут всякую шнягу, блин. Не нужно. О, а чуть вас так много? Все? Найдите книгу с исследованиями Четлбелла. А, верните страницы. 8 страниц надо, короче, нам вернуть, да? Ладно.
Так, а вот теперь можно, в принципе, сюда поставить что-то другое. Только я не знаю, что сюда может подойти. Так, у нас есть восстановление сил, эликсир реакции, который к черту нафиг не нужен. Вот вероятность критического удара можно сюда впихнуть. Ну, на время. Потому что у нас туда больше нечего запихнуть. Пока что. Ну... Ой, там этот здоровый хрен. Здоровый, здоровый хрен. Блин, я вообще-то не то сделала. Ладно. Все кнопки понажимала. Я хотела, короче, их разбросать, нажать, как он там называется, эту хрень. Вот эту вот ледяную бурю. А что-то все кнопки поперепутала с непривычки, ну, точнее, с отвычки даже, да? И нажала вообще не то, не туда, и... О, ладно, пофиг. Называется «Соберись, тряпка». Вот такие. Ой, спасибо, дорогая, ты так мне помогла. Так, это шестая, вот седьмая, и там где-то должна быть еще одна. Вон она лежит. И восьмая. Отлично. А теперь, собственно, надо саму книжечку найти. Ой-ой-ой-ой-ой. Да сдохни. Чё там, чё там? А, зелье. Ага. Ну, вот это, ну-ка идите в задницу. Задолбали, офигеть их здесь, да, вообще жесть. Грёбаные стервятники. Телефон подтверждает. Блин, мантию, которую мне одеть еще нельзя. Ну, это пятерка же. А что у нас, кстати, с сапожками? С сапожками, с сапожками. Рекомендуется, да? 114 оборона. Но там еще вероятность крита. Я не хочу терять вероятность крита. Как бы обойдусь. Тогда. Так, теперь надо вернуться нам к нашим работодателям, так сказать, и сюда сдать. Все отлично. Сейчас, кстати, 30-ка у нас будет. Будем путь идеала выбирать. Ну, я-то уже знаю, какой путь я выберу.
неохота останавливаться, поэтому ну нафиг этот мешок с мусором, который там был. Пускай кто-нибудь другой подберет. Ты уже знаешь, что я гений? Да, ты че, серьезно? Урок истории выполнена. О, тебе удалось добыть книгу? Ужас, в каком она состоянии. Но сдаваться нельзя. Так, посмотрим. Ого! Неудивительно, что Валиндра борется с культом дракона. Азарзель — это имя синего дракона. И он заточен в гробнице часовщиков. Зашибись. Так, ну что, там открыть путь? Выясняется, что предок госпожи Манини был не только уважаемым членом гильдии часовщиков, но также состоял в культе дракона и владел кольцом власти над драконами. Кроме того, он приказал похоронить вместе с собой дракона Азарзеля. Тебе придется разобраться с Азарзелем до того, как им завладеет Валиндра или сектанты. Орфистка Виндл знает, как работают обычные замки в гробнице. Но там есть еще метафизический. Боюсь, вскрыть этот замок можно только в Шэдоуфелле. Чтобы открыть портал в Шэдоуфелл, всыпь этот порошок в вечное пламя в приюте мастерового. Окей. Ой, ой-ой-ой. Орфист выполнит задачу, чего бы то ни стоило. Нужно положить конец тому, что происходит в приюте мастерового. Окей, перехват артефактов выполнено. Хорошая работа. Я посоветую с Четтлбеллом. Может, получится разобрать текст. Да, я с ним уже говорила. Сложная взаимосвязь. Четтлбелл рассказал о драконе. Уверена, ты знаешь, как будет плохо, если дракон вырвется на свободу. Или еще хуже, попадет к Валиндре. Прихвостни Валиндры не знают, что делать, и пытаются просто вломиться в гробницу. Поэтому у тебя есть шанс попасть туда раньше них. Если верить Четтлбеллу, проход в гробницу гильдии часовщиков закрыт сложным механизмом. Чтобы войти, нужно активировать 6 материальных печатей. Сначала те, что в нижней части приюта мастерового, затем те, что на верхних уровнях. Хорошо. Окей. Так, все, заданий больше не будет здесь. Ну, давайте тогда глянем. Так, во-первых, путь идеала. Вы волшебник-повелитель. Достигли мастерства в своих талантах. Теперь вы можете выбрать путь идеала. Так, здесь у нас эти штуки, ага. Так, повелитель пламени. Неутолимый голод. Необузданная страсть, Артист безжалостное уничтожение. Задачу, огонь служит мне, стоило. Берегитесь. История пиромантии среди смертных рас развивалась параллельно с историей всей магии. Будучи мастером огня, вы изучаете эту древнюю дисциплину, не обращая внимания на усмешки завистников. Вы покажете истинное магическое мастерство, когда сожжете врагов силы, над которой они потешались. Ну, собственно, у меня есть маг, повелитель пламени. Правда, он не очень хороший. Ну, такой, средненький. Я бы не сказала, что я его сильно запорола, и не сказала бы, что он прям идеальный маг. Нет. Некоторые просто умения не прокачала как нужно. Короче, ладно, неважно. Горе-маг у меня, типа. Заклинатель бури я, наверное, возьму. Во-первых, он востребован везде, да, и у меня как бы нету заклинателя бури. Так, значит, я стою в самом центре невидимой тебе бури, посреди бушующих заклинаний, которые только и ждут, чтобы их подхватили, чтобы их подхватил этот вихрь. Магическая энергия, текущая сквозь этот мир, представляет собой неистовый поток, видеть который можете только вы. Вы стоите в этом потоке и используете его для увеличения своей силы. Ну, я уберу, короче, это. Сражаются с некромантами и нежитью, получат награду. Да, я знаю. Я все знаю. Так, характеристики. Ну, тут, собственно, они сами у нас. Ну, да. Как бы я-то поменять их не могу.
они уже сами там устанавливаются. Так, умение у нас одно очко. Свободно. Неожиданная буря. Я вот не помню. Куда же нам лучше засунуть? Вот, наверное, сюда придется, да? Так, вы привязываете волшебную бурю, выпуская... призываете, точнее. Выпуская перед собой мощные разряды молнии. Совершенно владение заклинанием. Добавляется эффект отложенного урона, поражающий находящихся рядом врагов. Вот, если честно, я даже не помню. Ледяная земля нам точно не нужна. Облако заморозки тоже не нужно. Призыв нам не нужен. Ярость бури нам тоже, по-моему, не нужен, да? Когда у вас остается меньше половины здоровья, атакующих врагов поражает удар молнии. А хотя, в принципе... Вот я знаю, что точно око бури нам нужно. Вот ярость бури, не знаю, пока что... Стол бури нам тоже нужен будет. Я пока не буду ничего брать, нам и так пока нормально, поэтому как-то так. Урон, который наносит, увеличивается, да? Убивая врагов, получается бонус к урону за каждую убитую врага. Смерть до 3 раз длится 4 секунды. Когда вы наносите критический удар, вы получаете там, процент от общего количества восстанавливания 10 секунд. Ваше свободное умение наносит больше урона, если нет, это не надо. Так, ну я буду ренегат качать ветку, наверное. Так что... Ладно, давайте я пока что возьму, вот, наверное, вот это. Остальное... Остальное, короче, подождет. Как-то так. Так, мне там письмо пришло, ну пофиг. Так, активируйте нижние печати. Разожгите жаровню у вечного пламени. Сейчас мы все сделаем, да-да-да. Так, ну, во-первых, мы нижние печати сейчас активируем. А жаровню там уже потом посмотрим. Наверное, уже в следующей серии будет. Где у нас еще? Не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте-ка вот так вот делать. А то... Ишь! Какой у нас путеводитель-то хитрожопый. Надо, кстати, побыстрее, а то эти сейчас тут респанутся, блин. Крысы. А они и так респанутся. Сейчас на обратном пути поедем, они, небось, уже реснутся. Это вот надо стырить, пока не такого. Что-то странно, да? Перестало отображаться, что лежит внутри, короче, этих мешочков, так сказать. Будем их так называть. Так, теперь активируйте верхние печати. Ничего не знаю, ничего не знаю, ничего не знаю, ничего не знаю. Ну, он сам с ними разберется.
один клиент. Ой, я хочу вот этот кусок лавы. Он такой крутой. Что-то странно, переписки-то не видно. В чате вообще переписки не видно. Обычно пишутся тут дофига. Кстати, сколько народу-то на серваке? 12 человек всего. Представляете, 12 человек. Раньше было тут вообще очень много народа. Теперь туда вот. Лошара. Кстати, да, резоннее взять, конечно, за мага человека, ребят, потому что человек, у него там плюс 3 очка. Сейчас скажу, к чему. К навыкам плюс 3 очка, то есть можно еще вот это взять. И вот здесь надо было как бы все-таки вот сюда вложиться. Вот сюда надо было пятерку вложить, а здесь оставить единичку. Вот. И можно взять еще вот это. Ваше умение, действующее по области, наносит больше урона. То есть а на 3 единички больше. Это, в принципе, неплохой бонус получается, да. Вообще, я думаю, на самом деле можно любую расу брать, та, которая больше нравится, на мой взгляд. Если вы не хотите сделать там мега-убийцу, а просто вы хотите поиграть там с друзьями, ну или вообще, ну, не нравится вам тифлинг, блин, я не знаю. Ну, не хотите вы человеком, да, уже надоело. Вы можете сделать любую расу, блин, того же самого орка, да, за мага и играть спокойно. Правда, если честно, я вот сколько играю, может, внимания не обращала, не знаю, я орка, мага, ни одного не видела. Лучника видела, мага нет. Орфистки. А, еще надо разжечь нам жаровню там. Мы сейчас давайте вернемся к орфистке. Мы сейчас ей сдадим задание, чтобы закончить это сюда. А потом тогда поедем по второму заданию. Делать будем его. Не просто ученому работать в таких условиях. Отлично. Будем надеяться, ты попадешь в гробницу часовщиков раньше Валиндры. Ну, будем надеяться. Так, нам надо продать ненужный нам шматье. У нас тут дофига накопилось, кстати говоря. Это что такое? А, это нам нужно, да? Ну, глянем мы на мантию. Нам ее рекомендуют. У нее могущество, вероятность крита и оборона. В принципе-то...
можно и надеть. Те, кто сражаются с некромантами и нежитью, получат награду. Так будет 255, а так будет почти 200. Ну, там роль особо не играет. Я уже говорила, что шмот особо тут роль не играет. О! Вот эти штаны я одену, конечно. Хе-хе-хе. Так, эти я продам. А теперь еще что тут у нас? Порошочек я сюда пока стырю. Артефакт обработаем. Сейчас я сложу вообще сюда все, что влазит. Нам нафиг не нужны эти камни, у нас и так крутые камни есть. Так, готово. А это сейчас продам. Все, у нас один мешочек получается свободен. Отлично. Так, ну все, поскакали по второму заданию. Ты, блин. Засранец. Шальвон, щенок. Вы тоже идите нафиг. Ух ты, ништяк. Это, эту гадость я не собирать. Так, давайте мы здесь закончим. В следующей серии продолжим. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. С вами была Рыжик, всем удачи и пока-пока.